Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале, а жизнь идет своим чередом. Приветствует вас Машенька, Машуня, Черняк. В Москве прошла акция «Бесплатные музеи», ну, музеи, неделя музеев. Музейная неделя, вот как она называется. И я побывала, не только я, и вот все люди, которые со мной рядышком стоят в очереди, были в музее. В данный момент мы в Большом дворце сели в лифт и спускаемся вниз. Эскалатор что-то поломался, причем мы на эскалаторе спускались. Вот, я наснимала очень много. Хлебный дом. Наснимала очень-очень много. И, конечно, не видела, я не буду это все показывать. Это неинтересно, и многие смотреть не будут до конца. Вот. А такие вот продолжения следуют. Отрывками. Так, в данный момент мы находимся в хлебном доме. Здесь вот так вот интересно. Вот наверху оранжерея. Я всегда хочу туда попасть. Никак у меня не получается. Вот. И так, выставки. И мы пойдем сейчас так на одну выставку. Мы уже сходили, по-моему, у меня в другом видео. Так, здесь проходят иногда концерты. Акустика прекрасная. Вот, вход на выставку. Вот. Конечно, не знаешь, какая выставка, интересна или нет. В лесу росла игрушка. А, стекольная, да. Но у меня уже да, я же говорила, что у меня вышло в видео. Про стекло. Очень-очень славилось. Было много заводов стекольных. Чудесно, ну ладно, мы уже прошли в предыдущем, я же говорю, видео. Мы смотрели ту выставку, так немножко я показала еще. А сейчас мы зашли на выставку игру. Ну вот в лесу игра, как вот из дерева делают игрушки. А в дерево человек. Народное поверье, сказы, песня, где сохраняется человек, дерево. Вот, старые деревья, дубы, липы. Клены относятся с уважением к ним относятся. Так, вот видите, это и тут же написано, из какого дерева это сделано. Этими игрушками играли наши родители. Такие были чудесные, вырезали. Да и сейчас вырезать, сейчас делают. Ну, сейчас совсем другие игрушки. Так, люди стали использовать ясень очень-очень давно. Вот, видите, какие игрушечки. Я в этом году была в Новороссийске, там один мельц. Вот работает, да, они вот эти бьют молоточком, наковальня там. Потом, когда мы зашли сюда, и я... Оказывается, конструктор из дерева. Здесь фильм можно сесть, посмотреть, как он из дерева, видите, затачивает, как красиво. Вот просто ножом держит, и как все ровненько получается. Медвежонок. Круглые. Ну, очень-очень-очень-очень много. Вот и резьба какая, видите, какие окошки, как они сделаны красиво. Деревянное зодчество, конечно, всегда славилось и славится. Умельцы есть такие, что ого-го. Видите, какая резьба. Раз, вот эти... Конструкторы, оказывается. А, их собирают. Это нужно сложить.
соединить деревянные. Так здесь можно и полежать, отдохнуть на этой выставке, если ты сильно устал. Так, письма медведю. На кота что-то нажала, я он что-то не работает. Я не так нажала. Вот. Нажми на кота. Вот сейчас нажми на кота. Вот кот, да? Это ж кот, это ж не медведь. Видимо, надо было не на него нажать, а планочку. Так, яйца деревянные. Посмотрела, есть Wi-Fi, а почему-то не очень не работает. Так. Здесь что-то я так и не поняла, что тут досочки, какие красивые конструкторы. Это все конструкторы. Так, все сделано. Ага. Вот можешь сесть и с медведем потягаться, кто сильнее. Ну я так чуть-чуть. Ага. Кто сильнее? Это ж бревно резать. Конечно, медведь сильнее. Так, вот такие, знаете, какие красивые игрушечки. Она такая пестрая, так разукрашена. Это деревянная машина. Вот, из деревни в город. Вот эта машина. Дети садились, да, и ездили. Иногда бывает, вот идешь в сквере или в парке, и вот стоит такая машина. Представляете, вот так вот сделал кто-то. Додельник такой. Интересно, а бревна стоят вот. Имитирует, как будто это дерево, видите? Это вытертые ветки, да? Здесь и сова. Поет и птичка, кукушка поет. Вот, как она. Крылышками взмахивает. Выставка «Деревянные игрушки», рассказывающая о том, как простая деревянная заготовка в руках мастера превращается в произведение искусства. В экспозиции собраны десятки старинных и современных игрушек, а также инструменты для резьбы и росписи по дереву. Главное потянуть, а мы... Мне здесь очень понравилось. Молодцы создатели. Фигурки людей, животных, предметы быта. Все выполнено очень детально и просто превосходно. Это пирамида из древесины. Вот лиственница, яблоня, ель, сосна, липа. Вот я понимаю, что ель, сосна, они же хвойные, они должны давать смолу, смолистые. А, медвежонок, я уже показывала, говорила, что с ним вот бревно резали. Так, самолет какой красивый, посмотрите. Так, это УАЗик, да? Вот, корабль. Да, разукрашено как. Так, это на лошадке. Тут едет так. Так, это что у меня было? Я забыла. А, тройка, погремушка. Деткам вот такие погремушки делали, блин.